нам дальше ехать. Чего ты меня так в лицо снимал? Блин, честно не знаю. Да я поснимаю себя. Всем привет. Короче, о, появилась новая камера. А я могу посмотреть? Потом? Что? Да, так. Потом посмотрим. Подписка. Блин, ну мне кажется, не имею удобнее ходить. Чё, не так легко, да? Да, Лёша. А надо мной ещё там идёт. Ну давай, Трюн, ты сможешь. Короче, 5 минут, даже меньше. Вот только что делал я, он такой: да, Трюн, давай, ты сможешь. Давай, ты сможешь. Часом сейчас такой делает. Нормально всё. Я надеюсь, он это не вырежет. Я это вставлю обязательно. Эй, оу. Всем привет, ребята, с вами Иван Динамит. Короче, сегодня я приехал на Ghetto Fight. Тут типа будут бои и тут будут драться люди, типа как в ММА, там жестко все будет. Я здесь четко что-то поснимаю, потом вам еще что-то поговорю. Что получится, то смотрите. Стой, диджей, диджей, останови ему зон. Гризей Кал, свиси, 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 аплодисменты, аплодисменты! Все, все, все! Опа, эта команда, аплодисменты! Е, 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 е! Ghetto Fight Commando! В общем, ребята, мы сейчас находимся в випке, мы сюда попали бесплатно, мы пролезли вон там. Надеюсь, нас не спалят. This is my life is based on silly. Hell,
Нас выгнали вниз. Победу одержал боец в красном кухлевке! В общем, ребята, мы сейчас ненадолго отлучились от Geta Games. Мы пришли в Хэст немного так перекусить, похавать. Егор у нас за правильное питание, поэтому он будет брать салатик, да? Ты что будешь брать, салатик? Короче, ну это я спортсмен просто. В общем, да, мы тут немного поедим. Немного поедим. И потом вернемся обратно, скорее всего. Нормально тебе, Игорь? По влог с влечем начало. Чтобы на влоге. Я машинка. Это наша делюкс машина. Это наша мега классная делюкс машина. Машинка. Как в клипе такой. Сделал миллион, миллион за день, сделал миллион, миллион за день, сделал миллион, миллион за день, делать налик день за днем мне никогда не будет лень. Короче, ребята, да, немногие уже знают, что я стал типа рэпером, да, моя кликуха Лил Зифи, вот, Лил Зифи. Короче, мы сейчас уже едем домой, потому что начался дождь, и мы перехотели ехать уже обратно на гетто. Испугались дождика. Блин, Вова,
хотели идти чудо. Вот, если честно, вообще не привык тебя видеть с этой камерой. Мы хотели чудо. Я привык тебя видеть с этим регистратором, когда ты такой. Мы, короче, хотели идти чудо. Ты уйди. Мы хотели чудо идти снимать. Ты нам не друг. Да блядь. Мы хотели чудо идти снимать, в итоге пошел дождь, и мы решили отправиться на район. Просто Егору мама написала, ему надо домой. Итак, ребята, я бы хотел с вами немного поговорить, потому что я знаю, долго не выходили видосы, но это все потому, что я, конечно же, их снимал, у меня есть материал, но я их не выкладывал, потому что я 9 мая отснял видос, типа, как вообще люди относятся в моей стране к 9 мая, к Дню Победы, и... Я его что-то не смонтировал быстро, а потом не было времени, и я такой подумал, блин, уже поздно, не надо, типа, это выставлять. Если вы хотите, я могу для вас это смонтировать и выставить, потому что там получился нормальный, интересный годный контент. И у меня еще есть материал, я ходил на концерт на Фараон, там выступал Лил Морти, и у меня есть эксклюзивный экземпляр видоса, там, где Лил Морти ударил ногой своего фаната. Типа, я не буду вам там все это так подробно рассказывать, если вы хотите. Или, скорее всего, я не скоро выставлю его, потому что, как вы видите, у меня на видосе стал лучше звук и появилось как бы лучшее качество, потому что я купил себе новую камеру. Об этом я расскажу в другом видосе. Еще бы хотел сказать, что я полностью немного поменял свое отношение к видосам. Сейчас у меня есть интерес снимать, делать для вас интересный контент. Я хочу снимать для себя, и чтобы это было интересно для вас. Я понимаю, что многие не будут это смотреть, типа они перемотают, но теперь я не буду просто говорить для того, чтобы лить воду, и чтобы вы просто это посмотрели, прослушали. Я не знаю, наверное, этот видос уже подходит к концу. Хотел бы поблагодарить за то, что вы посмотрели этот видос до конца, те, кто посмотрел. Нажмите лайк, потому что это поможет моему видосу продвинуться дальше. И вообще поможет мне продвинуться дальше на канале. Напишите комментарии, я читаю абсолютно все комментарии, комментирую их. Сейчас я же сказал, я по-другому начал относиться ко всему. И... скоро будет новый офигенный трешовый контент. Мы там с группой, с друзьями собрались, короче. Все будет четко. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.